Если мы функционируем, если мы три единые сущности, да, то наша высшая цель вот где-то там наверху. Вот это наша высшая цель. Вот это наша высшая цель, к которой мы должны идти, чтобы туда попасть. А это мы все вроде бы знаем, да? Мы все вроде бы хотим, мы все это понимаем, мы присутствуем в этих передачах, мы пишем одобрям, понимаете? Как? Ну, давайте идти по шагам, давайте идти по ступенькам, верно? И двигаться к этой высшей цели. Первая наша... смотрите, в Америке есть три школы, да? Первая – elementary school, дальше middle school, средняя, а дальше high school, высшая, так? Вот все те же самые тройка, та же самая тройка, то же самое три единства. Дальше мы закончили школу, мы поступили в колледж. College bachelor degree, дальше у нас идет master degree, дальше у нас идет PhD. Bachelor – это, ну, выпускник колледжа, master – это, ну, какой-то высший выпускник колледжа, не знаю, мастер. А третье – PhD – это докторская степень, верно? А есть еще в бизнесе MBA – Master Business Administration. Первое в школе три, второе уже в высшей школе еще три. То есть везде три единства, и мы должны идти по путям, по ступенькам к этой высшей цели. Вот и все. А мы перескакиваем эти цели, мы стремимся стать духовными, пытаемся перескочить, мы не перескочим никогда, но мы пытаемся перескочить. То есть мы говорим о духовности, не обеспечив себя материально, к примеру, не будучи здоровыми. То есть мы сидим в позе, мучаемся. Вот как я говорил в прошлой передаче, The Peaceful Warrior, это книга такая, так, «Путь мирного воина». Вот встаньте, есть поза такая, дерево. Вот возьмите, встаньте вот так вот, так. Представьте себе воображаемое дерево, согните ноги в коленях и постойте так минут пять хотя бы. Что будет с вами? Вот здесь будет болеть, ноги будут болеть. Почему? Мышцы не работают, они по-другому натренированы. Любой спортсмен не выдержит. У него мышцы не натренированы, энергия не идет. Как она идет? Энергия должна быть, человек должен быть расслаблен. Что такое поза дерева? Все, напряженно, вот здесь вот есть напряжение. Как танцоры делают, как они танцуют? Вот меня учили, я много лет занимался, да? То есть, как они учили? Плечи опусти, все, расслабь плечи. Ты не можешь поднять плечи. Они должны быть опущены, да? Работа должна все по-другому. Вот так, чем больше ты опускаешь. Но не напрягаясь, попробуй ты опусти, не напрягаясь. Сложная штука.